Добро пожаловать на очередную встречу еженедельную по сонастройке с энергией недели. Сегодня у нас 17 октября 2022 года. И мы встретились, чтобы сонастроиться с энергией гармония. Интересно, что этот код менял несколько раз свое значение. Когда-то он назывался соответствие. Потом еще какое-то у него было значение. А, соглашение. Вот. Но вот на сегодняшний день он называется гармония, хотя включает в себя и понятие соответствия наших желаний и нашей страсти, например, да, и соглашение, да, на внутреннем уровне. Вот, поэтому мы все-таки будем называть его гармонией, несмотря на то, что у Яноши есть еще один код «Гармония», который вышел давным-давно. Вот. Там немножко другое значение у него, и, ну, естественно, и другое изображение. Но так или иначе, именно эта энергия гармонии будет превалировать на этой неделе. Несмотря на то, что астрологически планеты сейчас стоят так, что довольно непростые дни идут, уже начиная со вчерашнего дня. Вот, возможно, вы тоже испытывали какие-то непростые моменты, особенно в эмоциональном плане. Но как есть, и совсем скоро уже коридор, кармический коридор затмений 25 числа, и Солнце уже входит в ту область, где оно будет в коридоре затмений. Поэтому чем больше мы будем пребывать энергия гармонии с самим собой, тем легче мы пройдем этот период. А период действительно нас ждет очень интересный. Вот. И 25 октября по 8 ноября будет очень важное время для всех жителей планеты. Так, я отключу звук Марине. Угу. Хорошо. Но пока мы еще здесь с вами, 17 октября, я сегодня выложил анонс ближайшего вебинара с Яношем, который состоится 21 октября, будет называться «Волшебство». Это будет активация новой энергии, которая так и называется «Магия, волшебство». Вот. А наша задача сегодня максимально погрузиться в энергии гармонии, или второе название соответствия. Итак, прежде чем мы пойдем в активацию, традиционно я вас прошу приготовить стакан воды и постараться отключить все уведомления в телефоне, поставить телефон в бесшумный режим, попросите никого вас не отвлекать в ближайшие 20-25 минут, потому что у нас будет сначала медитация, а потом активация кода. Также я попрошу вас расположиться удобно, комфортно. Медитация – это такая мягкая сонастройка, во время которой, кто-то с микрофоном сошел, выключил, во время которой мы соединяемся со своими высшими аспектами, а также с энергией группы, которая присутствует сейчас на эфире, или, если вы смотрите нас в записи, вы также можете через эту медитацию присоединиться к коллективным энергиям группы. Хорошо. Да, если кто-то первый раз, меня зовут Даниэль Рудаков, я автор и ведущий проекта русскоязычного «Янош. Сакральная геометрия в жизни, искусстве и человеке». Вот. И веду этот проект уже 10 лет. И, надеюсь, буду вести и дальше. Вот автор игры «Сакральный путь», игры «Путь мастерства», которые основаны на кодах Яноша, а также ведущий различного рода марафонов,
тренингов, основанных, опять же, на сакральной геометрии. Вот прямо сейчас провожу индивидуальный марафон 6 сакральных стихий, 6 граней осознанности в индивидуальном формате, и можно в любой момент тоже присоединиться и начать его в своем темпе. Вот. Хорошо. Ну что, давайте пойдем в медитацию. Итак, давайте сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдох через нос, выдох через рот. Дышим животом. Никуда не торопимся, даже расслабляемся максимально. С каждым выдохом отпускаем все свои мысли, переживания. Возможно, какую-то тревожность. Все оставляем за пределами этого пространства и максимально погружаемся здесь и сейчас. Максимально погружаемся в свое тело. И можно прикрыть глаза, если вам удобно медитировать. С открытыми глазами можете оставаться с открытыми. Итак, давайте сегодня подышим следующим образом еще. Вдох через макушку. Выдох через стопы. Если же вы сидите в позе лотоса, выдыхайте через копчик. И еще раз вдох через стопы. И выдох через макушку. И еще раз вдох через макушку. И выдох через стопы. Хорошо. Стихия воздуха помогает нам прийти в состояние равновесия и баланса. Почувствуйте, что изменилось внутри после такого дыхания. Хорошо. А теперь все свое внимание поместите в область сердца, в область духовного сердца, в центре груди. И давайте подышим сердце. Вдох через сердце. Выдох через макушку. Вдох через макушку. Выдох через сердце. Вдох через сердце. Выдох через стопы. Вдох через стопы. Выдох через сердце. Хорошо. И представьте, визуализируйте, как ваше сердце выглядит как цветок лотоса. И представьте, визуализируйте, как лотос раскрывается. Можете также продолжать дышать сердцем. И на выдохе лепесточки раскрываются, и самой сердцевины начинает пробиваться яркий луч света. И с каждой секунды, с каждым мгновением этот луч становится все более ярким, все более плотным. И почувствуйте, осознайте, что вы являетесь маяком света.
и свет маяка льется из самой сердцевины вашего существа, из самой сердцевины вашей сущности. И этот свет нейтрализует весь негатив, всю дисгармонию, как внутри вас, так и вокруг вас. Хорошо. И почувствуйте, как из глубины вашего существа в мир через этот свет льется состояние любви, благодарности, состояние нежности, сочувствия, милосердия. Это все есть внутри вас, и этого есть у вас в избытке, и поэтому вы можете легко излучать в мир. И почувствуйте, осознайте, что чем больше вы излучаете любви, благодарности, нежности, милосердия, тем больше вам возвращается от Вселенной, от Бога. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Не скупитесь в течение этой недели на любовь, на благодарность, на милосердие, на нежность. Помните, что чем больше вы отдаете, тем больше вам возвращается. От Вселенной, от мира, от людей, от Бога. И этот процесс, он бесконечен. И если вам нужно, если вы нуждаетесь в жизни в большем состоянии гармонии, найдите этот островок гармонии внутри себя и начните излучать в мир это состояние, и тогда вы наполнитесь той же самой гармонией. Если вам необходимо в жизни больше изобилия, найдите и обнаружьте, в чем вы наполнены изобилием, и начните это излучать в мир. И тогда исходящий поток сформирует входящий. Хорошо. Но не забывайте заземляться. Почувствуйте свои стопы сейчас. Почувствуйте, что вы твердо стоите на земле. Либо через свой копчик. Почувствуйте связь с центром планеты. Не забывайте, что ваше тело, ваш дом для души, храм души, это важная составляющая, которая помогает вам заземлять энергии и проживать жизнь на Земле. Хорошо. Итак, давайте сделаем еще 3 глубоких вдоха и выдоха. И постепенно вернемся в тело и откроем глаза. А я как раз выведу на экран код гармония. Итак, энергия соответствия или гармония говорит нам о том, что поскольку жизнь предлагает всегда много альтернатив, подчас нам трудно сделать выбор, и это вызывает у нас стресс. Мы можем долго обдумывать, взвешивать, но все эти беспокойства нам не помогут.
Важно знать, что не всегда нужно делать выбор, если дорогие нашему сердцу увлечения и вожделенные желания находятся в соответствии и гармонии друг с другом. И эта чистота помогает как раз установить связь соответствия между тем, что является нашим страстным увлечением, и нашими различными желаниями. Итак, давайте сфокусируемся в центре кода, почувствуем одновременно связь с Землей. И напоминаю, что мы вдыхаем всегда через нос, выдыхаем всегда через рот и дышим всегда животом. Между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом, мы делаем небольшую задержку. Я рекомендую на счет 4. Давайте сделаем глубокий вдох. Задержка на счет 4. И выдох. И также задержка на счет 4. И снова глубокий вдох. Выдох. Все внимание в центр. Глубокий вдох. Глубокий выдох. Продолжаем фокусироваться в центре. Дыхание ровное, спокойное. Хорошо, теперь медленно закрываем глаза и закрытыми глазами делаем 5 глубоких вдохов и выдохов. Все внимание в теле. Наблюдаем за внутренними ощущениями. Доверяем любым ощущениям. Если приходят какие-то мысли, просто наблюдаем их, как облака, проплывающие мимо. Не фокусируемся, не подпитываем их своим вниманием. Все внимание в теле.
Хорошо. Оставаясь закрытыми глазами, делаем три глубоких вдоха и выдоха. И когда будете готовы, медленно открываем глаза. Шевелите пальчиками рук и ног. Потянитесь. Вернитесь в тело. Выпейте водички. И напишите в чате, какое первое слово вам приходит, которое могло бы ярче всего описать ваше состояние. Напишите его в чате, а также себе на листочке. И давайте посмотрим. Я почитаю ваш чат, наш чат. Те, кто смотрит нас в записи, можете в комментариях к записи также написать это слово. И это будет вашим якорем, энергия, гармонии на эту неделю. Принятие. И гармония в жизнь придет через принятие. Или принятие даст состояние гармонии. И так это работает. Устремление. Любовь, солнце. Прекрасно. Прекрасно. У нас в какой-то момент было 8 участников даже. Сейчас 7 осталось. Видимо, кого-то выбило. Или кто-то уже побежал по делам. Взаимность. Угу. Прекрасный якорь для состояния, для энергии гармонии. Ясность. Угу. Ясность дает гармонию, и гармония дает ясность. Прекрасно. Хорошо. Ну что, я вам желаю прожить максимально эту неделю в энергии гармонии, наблюдать, какие ваши желания будут сочетаться с вашей страстью, и этот код как такое связующее звено, да, между ними, как они будут вместе раскрываться. Так, еще в комментариях читаю. Сегодня очень много какой-то информации, слов и образов, больше всего космических картинок. И так понимаю, во время сонастройки. Так, еще какое слово? Энергия. Удивительно. Ключ духа. Принятие, соответствие, единение, гармония. Это, видимо, Алла прокомментировала. Угу. Как для нее пришло ощущение от кода. Ключ духа, принятие, соответствие, единение, гармония. Да, все в одном. Представляете, все в одной частоте. Вот. Хорошо. Благодарю, что присоединились ко мне в прямом эфире. Вот. До новых встреч. Следующий понедельник, видимо. И я надеюсь, до встречи на вебинаре. Я сам постараюсь быть. 22 часа по Москве. Пометьте себе в календарике 21 числа. Даже если вы не знаете английского языка, поверьте, для того, чтобы чувствовать энергию, язык не нужен. Вот. Я наш обычно 15 минут у него вступительная часть, и потом идет активация с кода, где вообще никто ничего не говорит. Вот. Желаю вам активировать энергию волшебства вместе в сочетании с энергией гармонии. Мне кажется, это будет очень красиво. Всего доброго, всего наилучшего.